Итак, босса на 15 сильно усилили. И мы сейчас пойдем. А у нас денег нету. У нас нету монеток. И мы сейчас, как и хотели, ну не мы и не я, а вот этот Габарик. Идем. Вот, не я, а вот этот Габарик. Я сейчас его раздавлю. Чё несёт? В общем, я не просто так пойду, я возьму все, что... Ничего не бери, я раздавлю его. Ты можешь мне дать сказать, что... Усилили, хуилили, лежать будет. Это ты сейчас без сапог останешься. Пошли. Так, ну все, мы купили 15 монет. У меня танков нет, усиления танков нету. Потому что сегодня у нас сейфы. Сейфы за 4 прохождения на самоцветы. Я там все извел. Еле прошел. А он куда-то идет. Не пизди. Заводи. Ну вот мы пошли. Короче, мы пошли с ним. Мы с ним пошли. Что-то даже не запускается. Вот, все бонусы ушли. Мы тыкаем медведя, мы тыкаем эту самую, мы тыкаем медведя, мы тыкаем это, мы ставим ловушку и погнали. Ну да, куда он пошел? Это было сверхглупо. Хотя, ай, бля, манна кончилась. О, но меня хилит этот самый дракон. Ну, если честно, то он будет просто сейчас заряжаться. А где мой этот самый? Мы же выпустили этого самого. Вот этого. Медведя. Медведь, пошел, пошел. Медведь, пожалуйста, ну иди. Ну, беленький медведь. А что это вот это? Что это такое? Чья полоска идет? Дракона? А белый медведь, блядь, подставляет. Белый медведь нас подставляет. Ладно, включаем. А, все, белый медведь пошел пиздюлей вываливать ему. Все, пизда ему. А, нет. Не надо, блин. У меня нет их сам. Меня завалит. У меня не хватает. Где? Где этот отхил? Ничего себе. Сказал, блядь, ушатаю. Не пойдем. Ты чё сыковал-то? Расхерачили, как нечего делать. Ничего, у тебя урон что такой повышенный? Это из-за медведя, что ли? Или так и должно быть? 113, сейчас выйдем, посмотрим. Такого не должно быть, наверное. Это медведь усилил? Ничего себе. Да, долго, да, конечно, нерационально все это, но он смог. Он смог. Я, честно сказать, ну, как бы даже, ну, надеялся, но не думал, что это так возможно. Разнесли его. Вот, да, медведь усиливает. 113 делает урон больше. И, наверное, защиту было больше, это я не посмотрел. Вот такой у тебя крутой лучник. Да, мы не взяли украшения с мага. Ну, вот все эти медальки, пояса, флаг. И вот эти вообще не взяли. И не взяли эти самые ядра, ничего не взяли. И у нас ни одного камня нету вообще. И мы прошли. Кто прошел? Я прошел! Я завалил его! Ха-ха, пошли еще. Ну уж нет. Эх ты, вот так. Ну ладно, тогда, пока.